страх на Руси, свято честь, самый главный праздник земли Руси, это Успение Божьей Матери. Святой князь Владимир, основывая град Киев после крещения, заложил камень соборного храма каменного через Успение Божьей Матери. Дом Богородицы именовалась Русь Святая Святая, вот своего крещения. И в этом храме и были хоронились наши великие князья, начиная от святого князя Владимира. В этом храме он десятину назывался. Каждый житель Киевской Руси обязан был в 10-й час отдать на храм Божий, на угодные дела. Вот откуда были финансы в церкви, вот откуда была благотворительность, вот откуда недобрые дела были церковные. И какой тут город не основывался, или монастырь, или Ленский собор, патриаршины Московского Кремля. Освящает это символ Руси нашей Святой Собора. Освящает всю нашу землю. Основывалась Киево-Печерская лавра. Также главный собор был посвящен Успению Божьей Матери. Лавра сегодня престольный праздник Пасхи. Знаменитые лавские напевы поются. Знаменитое торжество лавское. И столько, к сожалению, одно. Храм не отдают. Говорят, что на государственный кошт построили. А государственный кошт откуда состоит? Из ваших карманов. Из ваших же карманов построили этот завод, все эти преступники нынешние, киевские. А верующим не отдают послужить. Как музей, еще и заплатить $1000 за службу, чтобы послужить там соборе. Вот какое кощунство 21 века идет над нашими святыми. Троица Сергиевой Лавры, также Церковь Лавры украшает знаменитый Успенский собор, Иоанном Грозным и Борисом Годуновым, Борисовскими царями, созидался великолепнейший храм. И сегодня, кто из Сергиевой Лавры, торжествует праздник праздник, престольное Успение Божьей Матери. И далекие Соловки имеют свой Успенский храм, и Валаамы, все монастыри кащиты. Он празднует, а Лавра Почаевская праздник. Великолепнейший на скале храм, посвященный Богородице, Успению Божьей Матери. Вот какое величие Руси нашей Святой, какое почитание Руси Святой, какое благоговение перед Святой. Девы Марии, нас, святые годы, также венчает знаменитый Успенский собор, где сегодня празднуется престольный праздник. И в Донецкой области, и в самом городе очень много храмов, посвященных Владычеству. И как проповедник сегодня говорил, наши обители – особое торжество. Самая юная обитель в России празднует свой первый престольный день – Успение Божьей Матери. Ибо наречена она в честь Святой Девы Марии, и в недалеком будущем совершится закладка за Васильевским храмом вот и в Богородице Успенского собора, по подобию собора патриаршего Московского Кремля. Пять глав будут венчать наш Господь. Это храм и обитель наш именуется Домом Богородицы, Свято-Успенская обитель. Мы находимся в
непосредственно под покровом Царицы. Она нас не оставляет, она нас защищает, покрывает и глубоко верит, что типа после моей кончины Матерь Божия не оставит обидеть и вас, молящихся. Я глубоко верю, что эта обитель будет защищена Божьей Матерью, покровом ее, до скончания века, и силы ада не одолеет я. Вот такой верой и вы все должны жить. А то суеверие идет, батюшка закроет глаза, всех разводит, всех разбомбят, монастырь заберут, глупости ваши. Клевета на Бога и на историю. Никто монастырь закрывать не будет, никто бомбить не будет, никто разгонять не будет. Кого призвал Соба Матерь Божия, те спасутся сами в монастыре. И свои потомства, поколения спасут. Вот такова задача обители нашей Святой. И дай Господь, чтоб в этом доме Богородицы не потухали никогда святые лампы, чтобы ежедневно утром и вечером и ночью молитвы и псалмопения, чтобы приходящие сюда обретали утешение, поддержку, радость, спасение от самой Святой Богородицы. Всех вас приветствую, возлюбленная Пасха, сегодняшний день, великим праздником. Сдай Господи, как правильно проповедник сказал, что нынешний день подобен Пасхе. В конце лета мы поем всегда Пасху. В Рождестве детства сохранилось. Какие чудные стихи, какие чудные лавские напевы. Душа умиляется. Временами мне даже не верится, что я дожил до таких служб, такой красоты, что Матерь Божия с нами всегда пребывает. Аминь. Сейчас, братья и сестры, считаем, мы сейчас оканчиваем литургию, кто был при исповеди, вот, очищаем святой Христов Стая в сегодняшний день, и затем крестный ход будет накладываться, и по обители Богу, крестным Богом, Всеполной Матери Богу, Господи. Вот. Сегодня окончание оставшегося. Но так, как всегда, разрешается рыба, изделия рыбные и вино пьем на славу Божию. Вот. Для чистого твоего Бога, нравится, помни, просящий прощения, но лик Христов часто говорит нам, всех встречает нам во всех ими дверями программы и провожает с печалью всех идущих в мир лик Христов. И кто бы с какой стороны, несмотря на этот лик Христов, глаза Спасителя не одинаково каждого смотрит, все особо смотрит. На каждую душу, на каждое существо человечества особый благодарный взгляд, и грусть, и радость, и скорбь, початки Бога человека Спасителя нашего. Вот что такое обыкновенный Бог. И дай Господи, чтобы нас грешно встречал Спаситель своими очами, с радостью всегда, и провожал с радостью. Вот чего желаю вам, своему завтрашнему, радости на Богу. Третий спас, или спас на холсте, на предвыбитом ножом, или спасителя на полотне, убрус, просто янский называется, вот льняное полотно чистое. И Феодоров, здесь Божий, Божий Матерь, покровительница семейной жизни на Руси. Будем сегодня вечером полиелей совершать, на повечерье Феодоровской тихонечко так не будет,
внезапно божественное имя, братья и сестры каждый день поют на распев, а гадость и тащаница с пением Божией Матери. Вот. И после литургии молебен о детях, которые собираются учиться в наступающем учебном году, чтобы Господь открыл ум их неразумению наук, чтобы буйность юности Господь обратил в их сердца. Вечерняя будет служба. 4 часа по ночи не сможет быть трапезный храм. Сестры и братья будут петь чествование Божьей Матери. Упощаница, я внесем пощаница вокруг трапезного храма. В 11 часов звон здесь. Великая вечерня будет совершаться. А потом, после Великой вечерни, лития, после литии утря, с похвалами у пощаницы Святой Девы, Девы Божьей. Вот затем крест икон будет на святогона, вокруг обители с пощаницей, и все пойдем под пощаницей в храм Божий, потом Иерусалимский устав Вот. И рано утром часы сразу читаю после утра. И желающих причастить всех святых слов знаю. Воисцелению так великую субботу. Воисцеление души и тела. Воисцеление грехов наших человеческих. И в пятницу преподобного Олимпия написано. Девочка Творца и Вечерский праздник. Вот. В субботу продолжаем праздновать праздник Успения Божьей Матери, подобно Иоанна Рильского праздника. Флора и Лавра. Флора и Лавра. Флора и Лавра. И Флоровский монастырь, девичий, празднует свой престольный праздник. И воскресенье, воскресная служба, Успения Божьей Матери. И иконы Божьей Матери, защитницы русского Отечества, Донской владычицы, которая осветила поле Куликов и помогла совершить битву, сломила татар, и они в позоре бежали от земли. Вот такие праздники на этой святой окончании сети. Дай Господи мир на трудиться, дай Господи и праздновать праздник Успения, кто не может в церковь ходить, дома каждый день, утром или вечером, почитай свои первые религиозные учения о память Божьей Матери, и будет тебе радость и утешение, утешение твоя деление, молитва, учитесь молиться в отделе. Придет время катакомного состояния церкви, когда в эти храмы уже нельзя будет ходить дьявол, воцариться на престолы, там катефалисты разные, вся нечисть. Тогда будем уже скорбить и по домам сидеть, горько плакать, как некогда на реках Вавилонском, там и Седоком, и Платом, так и нас, эти времена, ближайшие будущие тут, на Матерь Божия, не оставит своих избранных. Она прибудет с вами всеми до скончания века. Божие благословение да прибудет на всех вас, на ваших домах, на ваших семьях, на ваших нервах, на всем, на вашем труде, да прибудет Божие благословение и покров. Видите небесный. Аминь.